И снова всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы готовимся к верному воскресению. Вот мы делаем веточки. С этими веточками мы ходим калядовать. Но не мы, дети ходят, да. Им дают награду, конфетки. Ну, у кого что, яички шоколадные. Вот Да, так вот такие вот веточки. красиво. И А даже как денег. этот праздник, за счет чего, почему вы, откуда вы знаете, что вот так вот надо ходить? Почему веточки, откуда взялось это вот Иисус, вет? он это на... Как его это? На ослике На вошел в ослике, Иерусалим, да. да, и его... Махали этими пальмовыми Пальмами. ветками. Да, вот. У А у нас нас нету, да, вот нет мы делаем такие передать. вербные. Вот. И будут давать нам награду. Мы будем говорить там какие-то стишок. Ну, это будет по ходу. У нас стишок только один. Да. И вот то все рассказывают. Да. Положили. Запутались, запутались веточки. О, это с приклеить, это не пришлось. Хотели это на Вот приклеить. так вот мы приклеиваем на Ой. горячий пистолет. Да, потому что скотчем плохо держится. Да, Нет, капельку. скотчем хорошо держится. Ну, для меня А этим тут... горячим пистолетиком очень горячо. Ну, аккуратно, не Ну, обжигаться аккуратно надо, да. надо. И он липнет. А если просто хорошо скотчем, то удобно. Еще вот здесь вот не упал. Вот так вот проходит подготовка. Вот мы собрались вербовать, да? Всем привет! Мы нарисовали тут веснушечки, У щечки. меня Да, и у тебя я тоже чикен. такие. Да, такой вот чикину вырмули. Вот мы сделали вербочки, и мы пошли. А сзади Пойдемте. собака. Идемте. Может, у нас получится заснять тот самый момент. Moi, 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 moi. Moi. No tulkaa nyt tuossa käymään, niin mulla ei ole nyt koira, se tuossa lopetettiin pari viikkoa sitten. Niin tulkaa sisälle nyt. Siitä ei tässä. Kiitos. No siivoukset. Niin, eli teillä oli tämä nyt. Jeroen varmaan toisesta tulevaksi vuodeksi itse sulle palkkamalle. Joo, kiitoksia paljon. Kiitos, minäpä käyn tuolta hakemassa. Вот мы у первого гостя. Раз не в дома. Не в дома. Siinä ja siinä, että. No miten se on mennyt nyt? No, kaikki talo ei ole. Joo, talo ei ole, Ei että ole. toi kävi Voi voi. hetkinen. Nyt joo, perjantaina kävi tää Metsäsen Juha-Matti tai mikä No. täällä ja sanoi, No. että nyt alkaa kaivuut tuossa tontilla. Вот еще. Постучите.
Я эту денежку маме дадите, мама вам. Давайте поцелую вас. С праздником. Тебя тоже. Ой, какой красивый нос. Спасибо. Пока. Уходите. Не уходите. Вон насобирали. Вау, целая корзина. Раздевайтесь. Молодцы, раздевайтесь. Вы заработали. Давай. Еще деньги там. Еще деньги там? Ну давай, пойдем высыпать. Берите корзинки свои. Устали, конечно. А что вы думали, легко хлеб зарабатывается? Есть такая поговорка: перед хлебушком попляшешь, прежде чем им стол украсишь. А можно я не... Ну давай. Пойдем посмотрим, кто там, кто там. Вау. Это все наши красивые. Давайте еще деньги. Кому деньги, кому сладости, кому. Ой, три шоколадки таких, три таких. Что без меня? Сейчас я могу опять делать. Люди из Испании приехали. Да. Вчера. Ирма, смотри, нам 2 цента дали. Классно. Да. Посмотрите, нам 2 цента дали. 1 цент дали. А вот это 2 цента. Да. Вот такие, смотрите, какие красивые булочки, жаворонки. Вау. Это Паула нам дала. Да. Вот такие наборы киндеры. Классно, да? 6, 8. Да, даже панда. Богатые. 12 евро. А тут еще, если это посчитать. Да, вот ну да, делите на троих. 12, нет, я сама все пишу. Вот так вот, в такой замечательный день детям радость. Всем спасибо, друзья, что были с нами. Дети. Всем пока. Пока.